Всем доброго времени суток, дорогие подписчики и подписчицы, зрительницы и зрители. Мы продолжаем играть в Майнкрафт. Да, всем привет, дорогие друзья. Грэллим за кадром сказал, что у него бомбит по-страшному, потому что я испортил его задумку с солнечной панелью, сделав вместо этого изоляцию сверхпроводников немерено из листа иридия. Поэтому теперь всей серии буду делать листы иридия для Игорелли. Нужно сделать 16 штук, у меня есть 3. Для нас же, потому что это для второй солнечной панели. Да нормально, нормально, сейчас делаем вообще за секунду. Как называется солнечная панель, скажи мне, пожалуйста. Супергибридная солнечная панель. Ты, в принципе, можешь ее сделать. Ну так я и хочу. Супер гибридная солнечная панель. Угольная глыба, блок лазурита, сплав сунариума. Что за дерьмо? Я тебе могу композита дать 54. Я не понимаю, как я делал, почему здесь два рецепта в одном? Ну, то, что из гибридных солнечных панелей можешь не смотреть. То есть смотреть на блок лазурита, потому что у нас их нету. Хорошо, для солнечной панели нужна улучшенная солнечная панель. Улучшенная солнечная панель... Да иди ты к черту, я никогда в жизни это не сделал, слишком сложно для меня. Да не очень. По крайней мере, композит у меня есть на 54 композита. У меня есть еще ингредиенты. Где ты раньше был, когда мне нужен был композит? Ну, он нужен был для панели, я его поэтому не давал. Хорошо. Вот на тебе еще вот это... Это хрень. Лазуритный блок у тебя есть? Да, вот эти хрени. Ну, великолепно, уже почти солнечную панель собрали. Что еще интересного есть? Сплав сунариума там делается из вот этих вот штук, которые там лежат. Ну, там два, я забрал их. Ну, можешь еще сделать. Они из светопыли делаются, в общем, несложно. Как меня бесит это вонючее дело. Из материи и светопыли. Светопыль там лежит. Сундучки, все нормально, хорошо. Давай, поехали, да. Сука, еще две, наверное. По-моему, там две нужны еще. Кого? Нет, всего две сунариума нужны. А, да? Тогда не буду лучше делать, материю поэкономлю. Да, не надо делать. Они уже готовы, там две уже лежали. Ты просто спросил, типа, ну, точнее, короче... Угольные глыбы уже построены были. Так, хорошо, все, тогда смотрим, значит, угольная глыба. Осталось что получается? Лучшая солнечная панель сделать, правильно? Надо делать все укрепленное стекло. Укрепленное стекло. Ну и сплава сунариума тоже надо сделать. Это все, все, все. Сейчас все будет. Сначала сделаю укрепленное стекло. А я пока сделаю нам по суперпиле. Бензопиле. Давай. Отличная идея. Так как она называется? Так, сколько нужно крепленного стекла, да, посчитаем. Три. Три. Для этого нужно... Раз, 7 на 3. 21 для этого нужно. 21 стекло обычное. Хорошо. Так, строительные блоки. Тут просто миллиард стекла, я прям не знаю даже за что хвататься. Ладно. Пила, просто пила. А, у нас есть укрепленное стекло. Нужно 3, у нас есть 6, отлично. Великолепно. Хорошо. Смотрим дальше. Укрепленное стекло есть, композит есть, солнечные панели обычные. Угольная пыль, стекло, генератор, электросхема. Блин. Ох, куча хлама тут. Хорошо, смотрим еще раз. Электросхема. Продвинутая электросхема, 2. Они делаются из двух обычных. И там нужно еще 2. Значит, 4 обычные электросхемы надо сделать. Куда девать этот мусор? Чё там, кто? King Slime опять. Да к чёрту его. Ничего толку не даёт никакого. Опыта. Опыта ещё только. Да я ещё даже не зачарил свои 30 левел до сих пор. Я свои 45. Так, хорошо. Redstone есть, провода нужны, провода. Где-то там у тебя была резина, которую даже позаимствовать. Вот здесь в золотом сундуке. Да, King Slime тоже вижу. Подозреваю, что он вообще рядом. Угу. А есть провода просто готовые сразу уже сходу? Да, есть, отлично. Так, смотрим тогда еще. Ой, не то, еще раз. Да, я вижу King Slime. Но он не так-то уж и близко. Черт его, пусть прыгает там. Ладно. Закаленное железо. Сколько он дал? 5 левелов, когда у тебя было 30, 40, точнее 40. У меня 40 было, а стало... У тебя было 42 или 43? Да, 42 стало 45. Ну, не так уж и много. Знаешь, что за чари? Книжку. Может быть, что-нибудь хорошее пойдется, чтобы потом зачарить бур. Потому что бур можно зачарить только с помощью книжки, насколько я знаю. Ты не хочешь забрать свои сраные кирпичи? Я сейчас заберу. Огнеупорность 3. Кстати, неплохо. Я их положу пока в золотой сундук, подойдет. Короче. Да бросай туда, мне сейчас они не нужны. Им больше вообще не нужны. Огнеупорность 3. В принципе, хорошая штука.
Так, материя крафтится, все хорошо. Миллиард бэкпаков и горели. А, угольная пыль, угольная пыль, угольная пыль там нужна была еще. Пойду-ка уголь дроблю, дроблю пока в дробители. Немножко, 16 штучек, я думаю, что хватит. Нажми, чтобы скрафтить, ага. Та-ра-та-ра. А где еще была какая-то кучка говна? Где она? А, вот она, все. Нашел. Та-та-ра-та-та-ра. Так. Нам нужны будут котлы низкого давления, поэтому сейчас мы будем потихонечку делать такие штуки. Четыре обычные электросхемы. Тут заводной двигатель, поэтому надо его руками заводить. Подожди, я не помню, а что в середине электросхемы? Блин, черт возьми, забыл. Так, так, так. А, закаленное железо, все хорошо. Без проблем. Так, сюда скидываю. Четыре. Четыре. Ты все-таки думаешь делать, да? Супер. Супер-пупер. Фигня улетающая. Нет, я сначала тебе панели сделаю одну. Ну, я говорю в итоге потом. В итоге, да, думаю делать. Так, хорошо. Обычная электросхема превращается в продвинутую электросхему с помощью светящейся пыли, лазурита и всякого говна. У меня есть все, кроме всякого говна. А хотя вот сейчас лазурита возьму отсюда, из блока. Долго не заморачиваюсь особо. Так. Коробочек больше нет, да? Ну ладно. Это пока сложу сюда. Временно. Что нужно сделать сейчас? Что для этой пилы нужно? Ускорители. Ускорители делаются из охлаждения. Так. А, фигня. Ты, кстати, светопыль. Немножечко оставишь, да, этого? Кого? Резину. Да, я вообще не трогал ее. Мне она вообще не нужна. Прикрыть, что нужна была. Ну, как оказалось, нет, у тебя провода были готовые. Смысл у меня как бы резина, если у тебя провода готовые есть. Ну да. Так, 8. По 4. А, нет, по 2. Тут надо 2 только сделать. 2 и 2, хорошо. 2, 2. Нет, по-моему, не так, по-моему, так, да? Капсул пригодятся. Здесь обычная, типа, вроде. Кингстам, оно напрягает, хочется его убить пойти. Хочется. Готово. Так, дальше смотрим, значит, хорошо. Две продвинутые электросхемы есть, композит есть, стекло вонючее есть, солнечная панель обычная, улучшенный механизм. Солнечная панель обычная, это у нас 3 стекла, 3 угольные пыли, 2 электросхемы, генератор. Генератор это у нас аккумулятор, закаленное железо, железная печь. Железная печь это просто железо по кругу. Вот и аккумулятор можешь делать? Да. Мне нужно еще 2. Можешь сделать мне 2? Нет, тоже. Конечно нет. Начнем вопрос, братан, для тебя ничего не жалко. Так, ведро воды и всякое говно. Я пока подзаряжу свою броньку. Так, железо обычное. Так, поехал. Так, хорошо, железная печь есть. Дальше угольная пыль, электросхемы. Изи-бризи. Угольная пыль есть, электросхема есть. Еще раз смотрим рецепт. Так. Три стекла обычных, которые я не взял, да? Мудила. Чертов. Есть железо? Даже не знаю. Да, я наверху. А ты где? Я наверху есть. Железо. Ну, тебе сколько нужно? Много? Стак. Не, стак. Ну, ладно, возьми, но у меня не стак. Да, у меня меньше. Давай, скрести. А, да, хватит. Так, 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 так. Что я сюда пришел? Зачем я за тебя забыл? За обычным стеклом вспомнил. Стекла вроде у нас мало. Нормально, нормально. У меня всего на 3, у нас 30 остается. Я заплавлю стекла. Сейчас пойду. Генератор, две электросхемы. Угу. Так, так, так. Так, так, так. В основном себе, конечно, заплавлю, но может останется. Да забей, мне не надо. Генератор. Я его не сделал, да, идиот? А, подожди, или там железная печь? Я что-то не помню. Нет, там именно генератор. Идиот. Хорошо. Смотрим рецепт вонючего генератора. Железная печь, 3 железки, аккумулятор. Аккумулятор смотрим рецепт. Как он делается? Тут не написано.
И Грейли. Аккумулятор? Надо найти его в этом. В Нейтак просто. Я вообще не то сделал сейчас. Вообще какую-то хрень сделал. Аккумулятор, хорошо. Зачем стекло наплавил? Изолированный медный провод, тин и красная пыль. Легко. Сколько тебе нужно, ты говоришь? Два тебе нужно? Аккумулятора. Угу. Значит, три делаем. Три. Лучше запасом сделай, а не их тяжело искать. Крафт. Подожди, вот не хватит или не хватит? Я что-то не помню, как он там. Так, не так. Так, вот раз. Так. Сколько получается? Два на три, шесть. Блин, хватило одного, двух тина. 18 капсул с водой. Тин. Так, еще раз. Раз-два. Провод медный. Да. Готово. На, держи. На, топор. Что? Спасибо. Ты не взял. Не за что. Да, я знаю. Так. Не удается взять слишком много всего хлама. Супер. Гибридная панель. Дальше смотрим, значит, теперь. Провода остались? Генератор, нет? Подожди, аккумулятор, загорелое железо, печка. Что осталось? Провода. Да, но мне не нужны. Зачем ты мне топор дал? И не давал топором, просто выдался. Не помещается мне ничего. Закаленное железо. Есть такое дело. Че там? Так делается, не печка. Так? Ну, достижение это? Подходящее питание. Я сделал генератор. Крутяк. Так, теперь солнечная. Схема. Панель, значит. Не, проводов нужно очень много. Даже что-то слишком много. Там. Даже не рассчитываем. А, вот эти две штуки, по-моему. Раз и два. Солнечная панель готова. Теперь нужно ее улучшить. Для этого нужен улучшенный механизм. Он делается из обычного механизма, который делается из закаленного железа. Изи-пизи. Готов обычный механизм. Так. Улучшенный механизм. Углепластик и механизм посередине с этим дерьмом. Так, композит для этого нужен. Без проблем. Так, я уже забыл крафт. Угу. Так, вот. Аккумулятор похож на капсулу, черт возьми. Как-то неудобно. Так, три дерьма. Угу. Так, три дерьма. Угу. Что там еще? Это говорит три дерьма. Такое ощущение, что это фильм какой-то уже. Подожди. Отказаться. Угу. Это мегакрафт. Просто лютый крафт. Улучшенная солнечная панель готова. Вообще ерунда. Так, три дерьма такого. Халява, да? Вообще халява. Крафтится очень легко. Думал, будет сложнее. Оказалось просто изи. Да там все, вся проблема в недостатке этих. О, иридия. Только нужен сплав сунарима, ублюдок варящий. А не простой сунарим. Так потому что я и говорю, там нужны эти иридиевые пластины. 9 на 2, нихера, 18 штук тысяч. А, 8. Почему 9? 16. 8 на 2, 16, хорошо, но все равно много очень. Согласен. Не спорю. Поэтому ночью надо спать, забрасывать коробочки. И все в этом духе. Ну да что, дорого спать? Мне материи нужно. Сейчас думаешь ночь? Просто там дождь идет. А так-то вроде не ночь. Да? Ну, может быть. Так, значит, электросхем. Сколько электросхем нужно? Так, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 композита алмаз. Да мне хватит вообще изи. Так, композит. Еще раз я все забыл тут же. Как-то у меня мозг сегодня не работает немножко. А, так, и по краям это говно. 10 микросхем нужно. Кто-то все заняты своим крафтом. Так, по краям это говно. Сюда-туда. Готово. Забираем. Сюда-туда. 6 получается. Нужно. Уж не густо. Нужно 1, 2, 3, 4, 8, да, у меня 6.
8 таких нужно 2. Короче, до хера. Да, нужно материи много. Крафт панели пока встал в материю. То есть, в принципе, все есть, кроме... Кроме... У меня было 2 аккумулятора, ты прикинь. Ты ублюдок. Да ладно. Нормально. Нет, ты ублюдок. Нужна куча редстоуна еще. Нужна куча материи. Там что с погодой, надо посмотреть, пойти вообще. Мне реально это бесит. Дофигово все, по-моему. Там странный дождь, выключи дождь. А, нет. Хотя дождь кончился только что. Че? Он не кончился. Оказалось. Это что за палево? Так, хорошо. Тогда что можно сделать вместо этого? Можно набрать лавы. В лавовый генератор нам это не поможет нисколько, по-моему. Чё хотел вообще, зачем пришел? Ладно, пока материя у меня там крафтится, пойдет это самое. Закину коробочек, правда, еще немножко. Вот зачем я пришел? И пойду зачарю этот самый себе. Лопату наконец-то алмазную. Из редстоуна. Куча редстоуна, тонна. У нас так хватит. Медленно бегаю, медленно. Такое ощущение, что вообще медленно. Ощущение, что почти стою. 3. Так. Бывает. Та-ра-да. Нет, я загнул, что говоришь, что серии, типа там эта самая фигня будет делаться. Она довольно быстро делается. Все, ну, довольно быстро делается. Скажем, это не я говорил насчет, по крайней мере, летающего там гравия вот этого. Это мне сказали, я его никогда не делал. Так, мне нужна лопата. Для этого мне нужно что? Для этого нужны 2 палочки. Так, 10 микросхем. Тут 1 палочка, офигенно. Да, 10. Обалдеть. Фиговый. У нас есть так. Все, пошел чарить себе мега-лопату крутую и этичную. Так, так. А лазуритные не вернешь немножко? Блоки лазуритные? Мне нужны обычные лазуритные блоки. Тоже подойдут. Сейчас. Кстати, у меня солнечные панели есть. Кинул в лифт. Солнечная панель какая у тебя есть? Обычная. Спасибо, я уже сделал. Но я не сомневался. Ты реально ублюдок, нельзя было сразу скинуть, что у тебя есть? Да, я вроде все скинул, но вот солнечный панель забыл. Угу. Так, ну что, барабанная дробь, 30 уровень лопата. Ох. Сейчас посмотрим, что получится. Удача 2, эффективность 3. Лопата с удачей 2? Да. Серьезно? А зачем? Не знаю. Что он дает? А, лопатой можно добывать, знаешь, что? Руды из гравия, которые там течет. Ты понял? На улице лежат. Да, короче, полное дерьмо. Ну, удача-то не неплохо, заряд так. Ну просто не ясно зачем. Да, забавно. Забавно. Че еще пока поделать, даже не знаю. 2 пилы я сделал. Но не улучшенных. Пока обычных. Че, пойду пока испытаю лопату, что ли, свою. Новую. А светокамень ты тоже забрал, да? Викинг слайма найду. Да. Светокамень. Весь меня... потратил? Нет. 20 нужно... осталось. Нужны 6 штук. Кто меня только что бил, интересно? Рили, кто меня? Нужны 4 штук. 4 раза 24. Ну подходи, бери, что я могу сказать тебе. Нет, нужно 8. Ладно, пока не пойду. Есть еще другие дела. Эту штуку делать. Ой, я нашел кимслайм, пойду завалю его. В одного? Я тоже его видел, но так-то не пошел валить. А я пошел. Это вообще просто шмель. Думаешь? Довольно вообще изи увалится на самом деле. Позорная кликуха будет, шмель. Все, завалил. Вообще фигня. Япона, мать! 15 уровней было, стало 29. Ты говоришь, мало он дает? Так я не говорю мало, я говорю, не пошел валить. Говорю, тебя ждал. Ты в итоге сам его завалил. Да? Молодец. Ну извини. Я не знал, что ты меня ждал, чтобы завалить пойти его. Реально не знал. Хорошо. Но они что-то вспомнится здесь хорошо так на самом деле, неплохо, так что... Так, ну что, почти 30 уровней надо добить до конца, уже тратить берешь. Чтобы был 30-сарик. Крокодил меня укусил.
Блин, крокодилы реально убогие. Махаться с ними трудно. Три ускорения на одну голову хватит. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ну теперь чекаем лопату. Не, сначала чекаем крокодилов. Отлично, меч. Ну, не страшно, в принципе. Другой взял. 29,5 уровней. Уровней у меня. Так, похоже, не хватит. Да, проводов не хватит. Да что за фигня? Не хватило два провода. Как так вообще? Что за жизнь? Мне даже кто-то двери хлопнул из-за этого. Нормально. Лопата вполне нормально работает. Меня устраивает. Удача тоже работает? Не знаю. Может быть. Черт возьми, микросхемы. Что? Почему так много тут вещей? Сейчас бомбанет мой. Бомбалейло. Мозг. Бомбалейло. Медь. Чуть меди. Один кусочек. Хотя бы. А к черту стак возьму. Выкину резину. К черту матери нужна резина. Действительно. Провода. Провода. Много проводов, больше проводов. Медь выбрасываем. Еще больше. Резина нужна. Я же только что выкинул. Ладно, выкидываем что? Меч алмазный. Действительно, выкинь алмазный меч. Как это все неудобно крафтить. Почему один-то уголь, я не понял. Да, вон, потому что два еще лежат. Хорошо. Где мои провода? Где мой Майнкрафт? Так, ладно. Такие штуки. Черт, что, электросхем не хватает? Какого черта? Я только я что не делал. Я уже запарился их делать. Я не понимаю, что не хватает. Бесящий крафт. Стоп, 4 ускорителя. 3 надо было. 3. Ускорители нужны тебе? Да не, ускорители. Ну да, да, ускорители. Для крафта нифига. Бензопилы. А ты бензопилу делаешь? Угу. Бензопилы. Я тоже так-то делаю. Да ладно, забей. Не надо? Надо, конечно. Себе, я имею в виду себе не делай. Не, себе я уже сделал. Ах ты, ублюдок. Так. Так. Дай мне светопыль, пока здесь бегаешь. Срочно. На. 8 штук. Отлично, этого хватит. Так, так, так. Может и не 8, кстати. Воу, лол, как она так распределилась. Давай ты. Да не лагай, вот сейчас не самое время лагать. Две материи нужны еще. Две сраных материи. Не, на самом деле, на самом деле надо очень много. Да, наверное, много надо еще. Черт, реально палева не хватает, нифига. Так, лазер у меня промышленный есть с собой. Не понял, где мой промышленный лазер. А, он, наверное, в бэкпаке. Да. Куда положил, там и ищи. Как говорила моя матушка. Сказал бы тебе по этому поводу что-нибудь. Да, пожалуй, просто промолчу. Ночь, кстати, между прочим. С микросхемами я обжегся. А что тебе запалил? А, это ты тут делал туннель моей мечты. Ну, как раз в нем трое запилим, только места нету. Опять нет места, совсем нет места. Об этом как-то не подумал я. О, как раз хватит на две. Ну, не зря господи, проводов лишних мой. Сделал. Не зря. Не подгорит мой пукан сегодня. Подгорит, так, подгорит. Так сильно, таким ярким пламенем, как это могло бы быть. Так, лазурит. Ух ты, нифига. Ой, все хватило, ну надо же. Прям... Что это за диджей? Что это за клоун? Гнать его со сцены. Диско суперстар. Оп. Все, забирай свою дрель и иди отсюда. Сам забирай свою дрель. Я занят. Хорошо. Я бросил ее на верстак, если захочешь, она исчезнет через 6 минут. Через 6 секунд. Хорошо. Через 6 минут.
И на верстаке внизу лежит. Великолепно. Думаю, тебе понравится. Я тоже так думаю. На верстаке внизу, да? Угу. Ох ты, япона мать. Я буду там через 5 минут 50 секунд. Надеюсь, ты успеешь. Я тоже потому что надеюсь. Потому что иначе двери закроются, под тобой взорвется ядерная бомба, и мы закончим летсплей. Да? Нормально. На этом. Иди сделаю ледяную дорожку пока. Очень сейчас не вовремя сделать. Надо играть, надо. Что там с кактусами надо спуститься? Надо еще спрошлем сделать. Сейчас ночь? У меня есть идея. Одевайся, пойдем на улицу. Я на улице одетый? Мне только пилу надо забрать. Иначе он пропадет. Иди пилу бери быстрее. Несусь со всех ног. Да, твою мать. А я сделаю то, что просили подписчики. Давно уже. Ты знаешь, что ты идиот? Ну ладно, не сделаю. Что такое? Да быстрее, пила еще. Да ты, блин, тут летаешь, а я не летаю, понимаешь? Ты выкопал, блин, яму, чтобы тебя подкинуло, разорвало в клочья. Четырежды. Вот, на счет три исчезнет. Раз, два. Три. Не берется. На тебе, слышишь, подожди, на. О, неплохо получил топор. Правда, скинул сюда. Пойдем на улицу. Может, его в жопу засунуть лучше. Сейчас пиво заряжу. Подальше от дома, говорят. Не-не, сейчас прям. А то просто ночь закончится, нам нужна ночь. Поставлю хотя бы заряжаться пилу вонючую. Она зарядится за 2 секунды. Все, она зарядилась, пошли. Сейчас нападем на какого-нибудь животного опасного. Агропса? Где-то есть, вон агропес пришел. Я стою на нашем, то ли это загон для слона, то ли... А, ты внизу. Я тебя понял, ну. Пойдем подальше. Пошли. Найдем сейчас кого-нибудь агрессивных. Вот коня, например. Нет, лучше подальше. Подальше от... Вон огра, нет? Ну тут блоки поломают. Да, пошли, да, хорошо. Хочешь низ башни засосем? Давай смотри сюда, вот налево. Видишь меня? Да, давай. За сакурами где-нибудь там что-нибудь сломаем. Давай, о, здесь как раз бежать быстро. Вот-вот. Давай этого чувака засосем, хочешь? Какого, давай. Ой, лагануло. Не хочет. А что ты делаешь-то вообще? Что это такое у тебя? Сейчас. Он встанет на какую-нибудь нормальную местность? Да давай другого, на боги. Да я еще не могу все на это сделать. Не получается. 30 уровней, ае. Чего не получается, интересно? Сзади. Сын, не работает. А что ты делаешь-то вообще? Я стреляю из пушки. Какой пушки? Портальный? Да. Что за фигня? Все. Может, на снегу не ставится? Да ты еще опух, что ли, там, ублюдок? Сейчас поставлю на башню, короче. Башня засосет, пойдем посмотришь. Сейчас. На снегу не ставится, вот в чем дело. Иду. Это просто так-то немножко опасно. Ах, лагает как. Самую малость. Все, у меня, похоже, краш. Ты что, сдурел, что ли? Ты хочешь тут прерваться? Иди к черту. Краш у него. Я не специально. Угу. Просто не знаю, как тебя назвать. Смешно аж обоссаться можно от смеха. Ты о, пришел огненный огр, меня бьет. Перезаходи, короче, я не буду прерывать запись. Или тебе на Майнкрафт тоже перезапускать? Сервер. Мне надо перезапускать. Только клиент? Не знаю. Меня давай просто огненный огр бьет, я не могу прерывать запись. Убеги куда-нибудь, тебя на что, тебя супер по ножу. На ноги, так перезапускай пока. Серьезно, давай прервемся вместе. Хорошо, сейчас убегу в безопасное место, которого тут нет. Так давай. Все будет хорошо. Меня бьют мобы, да перезапускай пока клиент вонючий, ты бы уже перезапустил бы, блин. Боже мой. 100 лет перезапускается. Ты можешь еще отлагать. Ты начни.
Боже мой, вообще говно. Ладно, я прерываюсь. Ну я бегу, подожди, бегу. А, ты еще не прервался даже? Mm-mm. А, я думал, ты прервался давно уже. Надо было прерваться. Хуй говорить это слово мне. Прерваться, прерваться. Еще раз прерваться. Да. Все, давай, я готов. Тоже прервись-то, что-то. Да, сейчас. Все, безопасности относительно. Наконец-то продолжаем. Для вас это была секунда, для меня это было много долго времени. Порвалась. С тебя порвется тоже, когда я добегу. Ой, блин. Зрители, наверное, не понимают, о чем мы. Да и, в общем-то, это не важно. Да и не надо. Это не особо. Я пока в луну постреляю. Блин. Ублюдок. Я пробовал в одиночке просто. И я теперь знаю, что будет. А Валдай вот не знает, поэтому ему будет интересно. Где-то там есть Крым и координаты свои. Минус 778 плюс 761. Как такое может быть? Всякие-то неправильные за координаты. За сакурами, короче. Вижу тебя, вижу. Смотри, сейчас унесет вот этого товарища. Давай. Только не подходи близко. Ну хорошо, давай. И куда его унесло? На луну. Сейчас тебя унесет. Чего, кого? Тебя унесет, будешь подходить близко. Она засасывает, понимаешь? Она засасывает прям блоками, вон, смотри. Хорошо, сейчас убью еще скелет, потому что меня он бесит ужасно. Ублюдок чертов. О, нифига, прикольно. Ни хрена. Классная штука. Да. Я в одиночке собирающегося, он еще не собрался, я его унес. А что будет, раз самому зайти, сдохнешь просто или что? Ну, тебе лучше не надо, ты не летаешь. Я могу показать, как бы. Покажи, конечно. А где луна, подожди? Нет, я умер. Серьезно? Я засосал на луну, ты не видишь, что ли? В одиночке такого не было. В одиночке я все нормально собрал. Ты вообще просрал свои вещи все? А есть там мои вещи? Какие-нибудь? Что-нибудь? Нет. Тут все засасывает. Как ты думаешь, есть там что-то или нет? Забавно. Да, неплохо. Мне тоже нравится. Засосал. Придурок, надо было хотя бы вещи оставить сначала в сундуке. Да, говорит, покажу, так уверенно сказал просто, что я даже не снял, что все будет в порядке. Я не сомневался, я в одиночке миллион раз это проделал. Точнее, написала, написала, Грэлли засосала на луну, и все. То есть не писала, что ты сдох. Так и написала. Где мои ссаные вещи? Где ты появился, дома? Да. Да ладно, друзья, на этом мы правда закончим сегодняшнюю серию. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте в комментариях, что по этому поводу думаете. Я скажу тебе потом, что я по этому. В этом я не сомневаюсь даже, да. Подписывайтесь на двух упоротых ребят, ставьте лайки. Ну и, собственно... Реально, пожелайте Грэлли удачи в путешествии на Луну. Я осознаю того, что в эту портальную пушку засылал саму портальную пушку. Теперь эта черная дыра, по идее, должна быть. Ты только что нарушил пространство-временной континуум, да? Я нарушил континуум. Свои континуумы, мои континии кончили. Эти вещи даже не собрать, они на Луне. Ну, понятно. Если они вообще на Луне, я не понимаю, как... Здорово, бомж. У меня остался бэкпак с каким-то говном. И все. Столько втратить всяких нужных вещей. Просто красавчик. Ладно. Ну, я... Да, с вами прощаюсь, друзья. Большое спасибо за то, что навели. Давайте удачи. И не попадайте в такие штуки. Всем пока. Пока-пока.